В этом году более 276 тысяч студентов смогут бесплатно обучаться в вузах приоритета 2030. Это программа нацпроекта «Наука и университеты». Она обеспечивает ребятам не только качественное высшее образование, но и возможность уже во время учебы принять участие в исследованиях и создании передовых технологий. Благодаря программе в Южноуральском госуниверситете создали инновационный бетон для строительства дорог. Он пропускает через себя воду, очищая ее от вредных примесей и улучшая состояние окружающей среды. А студенты Приамурского госуниверситета создают приложения, сервисы и веб-сайты. В этом году грантополучателями программы стали 118 вузов из 50 субъектов страны. Из них 12 вузов – получатели ежегодных грантов в рамках Дальневосточного трека. Еще 106 вузов, включая 5 творческих, – получатели базовой части гранта. Выбрать будущую специальность абитуриенты могут на сайте наука.рф. На платформе можно найти информацию о направлениях подготовки почти в 500 вузах по всей стране. А подать документы можно на портале госуслуги с помощью сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». Хороших вам новостей!